Всем привет, дорогие телезрители, с вами канал Ершоу, и с вами я, Варя, и сегодня я буду вам рассказывать конкурс на несколько сиган, которые буду делать, конечно же, я, а кто же еще, конечно. И хочу сказать вам тоже, что я буду делать коллаб с одной девочкой, но не скажу с какой. Этот коллаб у нас будет как бы общий, он выйдет через месяц или несколько недель. Да, поэтому у вас будет время сделать конкурс. Сигны от меня и от нее будут. Вы должны, первое, то, что вы должны делать, вы должны быть подписчиком моего канала, поставить лайк под это видео, написать любейший комментарий, как вы любите мой канал, и какое ваше самое любимое занятие после школы, и ваш любимый урок. Вы можете задавать вопросы, потому что скоро будет вопрос-ответ, и задавать, если вы знаете Undertale. А у Undertale вы будете задавать вопрос, например, кроссан сделает т.д. Действия можете, можете вопросы, задавайте, что хотите. Я это все нарисую, и, в принципе, они мне все это ответят. В принципе, как и другие вопросы-ответы. И да, музыка сейчас играет из одной из этих вселенной. Я обожаю Undertale. Как вы это уже поняли. Да, уже не один раз выходила эта вся. У меня наушники порвались. Ой, а сейчас поставлю пока что вот это вот. Вот это вот. Наблюдайте за этим. Да, наблюдайте за этим. И то, что вот это вот, это обработка пони. Как вы это уже видите. Обработка пони ВКонтакте против Ютуба. Кто ж победит, пишите в комментах. Все ваше состоит из комментариев. Я читаю, проверяю, иногда отвечаю. Что сейчас делать? Чего вы сейчас делаете? Не знаю. Ну, делаем пиарчик пока что. Пока никто не видит. Пиарчик, страницы. Делайте скриншоты, отправляйте мне в личку. Вот сюда вот. Тут будет кнопочка отправить сообщение. Сначала друзья добавьте. Добавляю всех. Это некоторые добавляли заявки, некоторые просто так. И вот. Я всем отвечу в любой момент, а не так, как другие ребятки. Вы все поняли? Всем спасибо за просмотр. Сейчас давайте послушаем чуть-чуть музычку так. А я с вами прощаюсь на несколько дней. Минут. Ну, конечно, музыка слушать-то не будете с моей болтовни, конечно. Ну ладно, давайте, сюда. Обманула я вас. Шутка, пока.